Следуют некие изменения, потому что на сцену выйдут такие же ребята, как и вы, которые днем, утром, рано приходят, осваивают, учатся, которые познают всю студенческую жизнь, а вечернее время приходят сюда, в этот зал, для того, чтобы прикоснуться немножко к творчеству. Но прежде чем сейчас ребята начнут свое выступление, мне кажется, что будет правильно, если сейчас мы попросим весь профессорско-преподавательский состав, находящийся в нашем зале, сейчас привстать. Уважаемый профессорско-преподавательский состав, привстаньте, пожалуйста. Профессорско-преподавательский состав, привстаньте, привстаньте. Есть же. Да какая... Привстаньте, пожалуйста, преподаватели. Привстаньте, 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 пожалуйста. Вот пока ректор не привстанется, остальные не привстанут. Все преподаватели, которые присутствуют здесь, в этом зале, а теперь студенческое, троекратное, спасибо нашим преподавателям за то, что дают нам возможность познать эту тончайшую нить знаний, которая ведет нас к победе. Это диплом военмеха. 3-4. Спасибо! Спасибо! Вот как вы поздравляете, так и знания будут передаваться.